Коляда, коляда, отворяй ворота. В столичном детском саду номер 8 сегодня устроили настоящие колядки. На Руси все с нетерпением ждали Рождества. На главный зимний праздник вместо теперь уже привычных американской «Джингл Беллс» или советской «В лесу родилась елочка» наши предки пели колядки. И большие, и маленькие все участвовали в празднике. Особенно радовались дети. С тех пор прошло немало лет, но и сейчас самые юные жители столицы Чувашии с удовольствием колядуют накануне крещения. Коляда, коляда, накануне Рождества. В лучших русских традициях дошколята ходили по дворам, пели колядки и выполняли задания. Сложили печь, расшили узорами платок, собрали бусы, запрягли коня. В игре, разумеется. И даже смастерили куклу-оберег, а помог в этом ребятам настоящий леший. Ваш дом не коты, призраки, никакая нечистая сила никогда не пойдет. У вас всегда в доме будет уютно, тепло и хорошо. За выполненные задания, как и принято в сказочных святках, ребята получили угощение. Мне сегодня понравился праздник, было весело. Мне сегодня понравилось делать печку, запрягать коней. Мне очень понравился праздник. Мы катались на лошадках, делали бусы из макарон. Вышивали. Я жду следующий год, чтобы снова колядовать. Кстати, колядовали не только воспитанники Дворца детской радости, но и ребята еще 4 детсадов вместе со своими воспитателями. Вот наши чувашские русские традиции, они учат нас доброте, честности. Веселью тоже учат чувашские игры и русские игрища. Вот эти праздники, они нам очень нужны, радуют, помогают нам работать и жить. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика. Редактор